Я откровенно считаю, что Камчатка и Курилы, Курильские острова, это, наверное, одно из самых красивых мест на нашей планете. Каждый раз открываешь что-то новое, каждый раз удивляешься, поражаешься там, вот этой всей природе. И ты смотришь на карты и понимаешь, что еще столько много всего впереди. Уже классическая фраза с тем, что это реально параллельный мир, параллельная вселенная и совершенно невероятное ощущение, когда ты попадаешь в это. Мы были на северной части, и насколько она другая, насколько она разная. Здесь оно другого цвета, оно здесь вообще в целом другого размера, это какой-то размах, он совершенно абсолютно другой. То есть как на одной гряде умещается такое количество разнообразия, это просто потрясающе.